Привет всем, кто подключился к нашей трансляции. Я сейчас нахожусь в Нижнем Новгороде и на центральной улице, которая называется Большая Покровка. И здесь очень красиво, наверное, как в любом городе, есть свой маленький Арбат. Именно здесь мы сейчас и находимся. Я хочу, чтобы вы прониклись этой атмосферой. Привет, привет. Вот такой вот памятник. Не знаю кому, к сожалению. Может быть, кто-нибудь к нам подключится в трансляцию из Нижнего и все нам расскажет. Вот такое вот кривое зеркало здесь. Ну, видимо, кинотеатр. И, как всегда, развлекает уличные музыканты. Привет! Очень приятно сегодня совместить работу с классическим выходным. Наверное, все семьи устремляются в выходные. А, привет, зеленая. Смотри на дорогу внимательно. Пошли в магазин напротив. На какой? Все для для танца? Хорошо. Еще предложение, куда пойдем? Тесла Бар вот есть. В Магадане очень понравилось. Нет, не замужем. Некогда. Традиционное развлечение больших городов. Ой, боже, это что такое? Angry Birds. Тырень-тырень-тырень. Понял, лошадки, люди. И первые лучи весеннего солнца. И, собственно, именно музыка привела меня сегодня в Нижний. На самом деле мы ждем трансфер. Вот так выглядят косметички женские, когда ты едешь на гастроли. Вот. И мы отправляемся сегодня в Чебоксары. Хороших вам выходных. Побольше весны и позитива. Мне кажется, я должна была говорить это в камеру. Хороших выходных и позитива и весны. Peace.